Баскетбольный клуб «Университет Югра» вернулся с выездных игр российской суперлиги. Сургутский коллектив потерпел обидное поражение в Самаре от текущего лидера чемпионата. Алжане проигрывали югорчанам на протяжении 30 с лишним минут. Но благодаря серии точных попаданий сумели вырвать победу 64-73. А в Рязани, наоборот, университет уступал в трех четвертях. Но отлично проведя концовку встречи, именно сургутяне подошли к финальной сирене с большим количеством набранных очков. Следующий матч «Югра» проведет до 4 марта состоится игра против приморского «Спартака», а 7 марта против «Иркута».